Всем привет. В общем, по поводу вот этого зеркала. Это Eplutus D98. Если есть возможность, возьмите лучше D89. А это 88. В 89 там до 128 гигабайт карточки поддерживается. Ну, зимой я ездил с постоянно включенной задней камерой. Потому что, ну, как таковое зеркало, если сзади есть затемнение, то это зеркало, это будет, конечно, боль. Вот, оно само затемненное. И если заднее стекло затемненное, то практически ничего не видно уже в вечернее время. Тем не менее, вещь хорошая, классная. 88-е это зеркало. Но с приходом лета столкнулся с такой неисправностью, постоянно перезагружается. Думал сначала из-за того, что аккумулятор там, может быть, сдулся за зиму. Хотя нет, аккумулятор нормальный, не сдутый, держит хорошо. Вот, греется проц от двух камер и очень сильно греется. И, в принципе, когда садишься в машину, которая постояла где-то на солнышке, то это боль. Постоянные перезагрузки, зависания и все остальное. В общем, что я решил сделать? Хочу его со временем разобрать и установить сюда радиатор, благо там позволяет место это сделать. Теперь более наглядно покажу, как разбирается данное зеркало. Для того, чтобы его разобрать, не обязательно будет откручивать, снимать резинки, откручивать вот это крепление. Разбирается все довольно-таки просто. Берем где-нибудь на углу, подковыриваем так, чтобы экран у нас немного оттопырить, вытащить из защелки. Вот оно уже пошло. Ну и дальше по всему периметру. Убираем защелки. Отщелкиваем. Вот и все. В принципе, для того, чтобы использовать как радиатор вот эту панель, она, в принципе, не греется, там светодиоды холодные стоят. Можно, конечно, но тут есть достаточно места, чтобы установить радиатор и защитить именно сам процессор. Вот этот, который греется очень сильно. Батарейку сюда можно заказать 52 34 50, она свободно влезет. Тут она просто приклеена, плата на трех саморезах держится, 1 2 3. В общем, ничего сложного. Так что будем колхозить какой-то радиатор сюда. И, возможно, это вылечит эту болячку летом. Все в такой доступности. Но, опять же, 89, мне кажется, намного лучше будет. В плане того, что там поддерживаются карточки. В общем, мнение такое. Вещь классная, но если есть возможность купить 89, то лучше берите его, там больше памяти, объем, ну и возможно там реализовано хоть какое-нибудь маломальски пассивное охлаждение самого проца. А так, если постоянно ездить с включенной задней камерой, с выводом ее на зеркало, очень неплохая штука, к которой быстро привыкаешь.